Ребята, всем привет, всем добрый утречко. Так, сейчас будем смотреть наши куличики. У меня тут полным ходом идет приготовление к Пасхе. Сейчас посмотрим, пропеклись или нет. Нет. Еще минут пять. Вот такие вот у меня кулички получаются. Сейчас еще минут пять и будет достаточно. Я думаю, больше не надо. Прям чуть-чуть. Так, в общем, сейчас пеку куличи и буду красить яйца. Сейчас еще мне надо сделать глазурь для куличей. Сегодня купила вот такие вот две посыпочки. Две, думаю, будет достаточно, чтобы такие кулички были красивые, яркие. В этот раз взяла другие. Потому что в прошлый раз брала с бусинками. Мне что-то красиво, но они какие-то на вкус не очень. А вот эти такие мне нравятся. В общем, для глазури тут вот уже приготовила лимонная кислота понадобится. Но у меня есть рецепт, как я готовила куличи, делала глазурь, сахарные пудры и два яйца. Яйца, конечно, должны быть обязательно из холодильника охлажденные. Сейчас, значит, минут через пять вытащу куличи из духовки. Они немножко остынут. Я сделаю глазурь. В общем, их обмажу и буду красить яйца. Сережа сейчас у меня уехал по делам, попросила его купить яйца. Бегала сегодня в два магазина, нигде нету яиц. Вот такие куличи в итоге у меня получились. Сверху сделала глазурь и посыпала посыпкой. В этот раз решила просто сделать три больших, маленькие печь не буду. И вот мои яйца, которые я покрасила. Честно сказать, от краски я не в восторге. На следующий год, скорее всего, буду просто красить в луковой шелухе заранее. Просто. Приехали сейчас в Леруа. Нам нужно кое-что тут для дома посмотреть. Народу полно, стоянка забита полностью. Людей выходные, все приехали сюда. Давай, как ты показывал, можно земляника, кабачок, баклажан, томаты, перец, в общем, все, что хочешь, земляника, клубника. Смотрю, появились новые кухни, которых не было. Смотрите, вот это какая стильная, в белых цветах. Очень много полочек. Вон там тоже ящик наверху есть. Вот тут выдвижные шкафчики. Вот тут, смотрите, сколько ящиков разных. Сколько много пространства под мойкой. Посудомойка. Вот и тоже цвет такой красивый. Вытяжка. Вытяжка обалденная, конечно. Это как в стиле Прованс сделано. Тоже много ящичков.
ездили мы в Люра, нам нужно было купить шланг. Вот такой поливочный. Взяли 25-метровый. И перчатки у нас закончились. 5 пар здесь. В общем, вчера нам скважину сделали. И сказали, то, что нужно время от времени сливать воду, чтобы она чистая шла. Вот сейчас Сережа будет устанавливать насос, подключать. И теперь у нас есть вода. Сейчас он тут установит, чтобы ровно стояло. Так, все, Сережа насос подсоединил, к электричеству подключил. Сейчас распакует шланг. Ты вот сюда, да, его будешь подсоединять. Он сейчас распакует, подсоединит. И будет у нас первый запуск. Первый запуск воды. Все, включили насос. Сейчас должна потечь вода. Подсоединили шланг. Сейчас Сережа там край обрежет, потому что там как будто запаян он. Ой. Думаю, сейчас вода течет. Да, я буду держать. Смотри, что ты теперь береги голову. Смотри, Дим, сейчас вода будет течь. Да. Ура! Вода потекла. Так, Сережа прибавил напор. Вот эту клейку приготовил, тоже надо будет набрать. И бочка вон у нас стоит, тоже ее потом наберу. Сейчас немножко вода сольется. И потом можно будет этой водой поливать уже. Смотри, какая, только руки не суй, Дим. Стой, смотри. Вот так держи, пусть лейка набирается. Руки несу, вода холодная, Дим. В общем, сказала Сережа, что послабже сделал напор. Он что, то качает, то нет. На большом не нужен напор. Сейчас будет во все стороны литься. Вот потом, в общем, этот насос нам установят в дом уже. Когда здесь как следует воду прольем, сольем. Речка, да?